Ширая размова об криминогенной ситуации и иснующих проблемах. Менавито так вызначили формат коллегии прокуратуры Гомельской области. Коли мерковать по основных показчиках, ситуация сапраўды не самая горшая. У сравнении с 2016-м зменьшение колькости забойства больше как на 4%. Тяжких телесных пошкоджений у вогуле на 30%. Это тоже результат той профилактической работы всех субъектов профилактики, в том числе органов прокуратуры. Я думаю, это вот, ну, самый главный показатель. Мы сберегли жизни наших граждан, и они в меньшей мере пострадали от преступлений. Но есть вопросы, которые сегодня нас беспокоят. В частности, у нас, к сожалению, рост самоубийств произошел в области. У зоне особливой уваги в этом году Рэшевский район, где криминогенная ситуация покуль выкликая у прокуратуры заклопошенность. В ближайший час тут будет проведена областная координационная нарада с уделом представников органов улады и силовых структур, на которой будут выпрацаваны конкретные меры по снижению узровню злочинности. Проблема, якая тычется усёй в области, на умысные подпалы. А друг злочинцев горыть усё – от дорогих машин до жилых домов. С этой нагоды прокуратура мая намер проанализовать судовую практику по этим виде злочинства и узмацнить профилактичную работу. Так само у якости профилактики на улицах и площадях городов региона протягнется установка камер видеоназирания. Это содействует зменьшению выпадков хулиганства и их больше поспеховому раскрытию. Увогуле, гэты год для работников прокуратуры легким не будет. Значная увага будет надаваться контролю за ситуацией в узброенных силах. Отповедные проверки на территории Гомельской области уже идут. Порушению покуль не выявлено. Плюс работа с предприемствами по ликвидации дебиторской запозыченности. Проблема неразликов у некоторых выпадках настолько серьезная, что может реально погрозить финансовому стану некоторых субъектов господарения. А проча того, гэты год у прокуратуры республики обвешаны годом районного прокурора. Эффективность деятельности районного звена усебакова проанализуют и при необходимости унесут коррективы. Пожалуй, на первом месте это внутренняя дисциплина. Безусловно, вопросы борьбы с коррупцией будут также не упущены. Причем основная составляющая будет направлена на профилактику коррупционных правонарушений. Есть определенные проблемы в надзоре за исполнением законодательства о несовершеннолетних и молодежи. Нас беспокоит гибель несовершеннолетних и в целом граждан в Гомельской области в результате дорожно-транспортных происшествий. Олег Сенцюров, Ольга Коновалова, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель».